И всем привет, с вами Макс Рис. Перед началом ролика подпишитесь на мой канал, чтобы поставить лайк, так чтобы не пропускать новые ролики. Так, где я тут был? Так, тут я проиграл, тут не до конца, посмотрим тут. Да, не до конца. Так что подписывайтесь на канал Макс Рис. Он снимает Маквен. Лайк ставим ему. Закрываем комментарии, социальные ссылки. Открываем, читаем дальше. И все ссылки у меня тут. Ну, не на всех. Не все ссылки на одном ролике. На каждом ролике по-разному ссылки по подпискам. Так, рекомендую его канал. Просто легко найти этот канал, заходите в вкладки, так будет легче найти. А то название у него такое. Себе видно. Так, подписки. Только технику не рассказывать. Так, ну что, тут сообщение будет вообще про пранку. Пранкуем моего друга нашего напарника. Так, что такое? Ничего не знаю. Так, как там дрова? Блин, там тянется вниз. Так, пацаны, слушайте. Мы должны уже напасть, как я понимаю. Да, нападаем уже на Францию. Так. А, да блин, тысячи. А как там побежиться, можно? Тут легче, кстати, да. Рыбу 5.2, рыбу продать легче тоже. Купить такси, тяжело. Вообще-то желательно не строить, да, 1500 и доски. Доски, ну, очень дешевые, вау. Ценки, 1500, значит, досок. Вот, сначала первое 1500 и... Да, тестов, вы хотите 1500, вообще? Да, 1500, так, давай первым, потом будем общаться. Да, 1000. Все, сколько баксов? 5000. Ну, монатки. Получается, у нас будет 266. Еще нужно буквально 267 на комиссию. Типа. Блин, минимум. А. Тут по 1000. Туда нужно просто 390. 396. 8. На. Почему мы захватываем Францию? Потому что, ой, Италия напала. А, то есть они были напарниками. Да. То есть. Окей, не против. Да, мы стоите, кто, блин, спалился, так скажем, да. Хорошо. Нормально, думаю. А сейчас какое место, чтобы я знал? Тут я подумал. Ой. Ну, опять. Так. А где я? Что-то я не понимаю. А. 23. Ну это хорошо, кстати. В общем, Россия. Понял меня русским. Кстати, могу так побежиться. Так, уголь насчет этого. Сколько? О. Так. О. Вот там. Ну давай, ой, перебор с этим, да. Можно в будущем им понадобиться. Итак, сообщение читаем. Да, петух, я с тобой, кстати, поздравляю с праздником. Ты что? Говоришь, ты со мной. Нет, я тебя не. Извращенец. Я не эй. Так, ну ладно, пойдем все же. Так, о, российская. Там нас напал один чувак один. Блин, он, о, твою ж магнитолу, эй, чувак, а как ты? Лучше собираться, стоять, твою ж магнитолу, чел. Сколько тебе войск там? Ты просто меня не слушай, бро. Нужно разобраться с этим, чуваки. Если я не разберусь с этим.
Не знаю, что и мечтать про это, блин. Так до конца, что ли? Блин. Как он тут делает? Офигеть. Так я ж даже одну арту. Да fuck you, блин, тебя, чел. Ты че на Россином по, друзья, жалуйте на этого чувака. Смотрите. Франц, это вы же не помогать, алло. Не. Франц, робот играет, не человек. Просто не бросил? Честно, бессмысленно бросать мне. Давай, Тим, блин. Ну чё ж ты не нападаешь на меня? Него. Давай, Италия, нападай же ты, блин, укусить его. Вам нужна страна или как, блин? Да я держаться буду, конечно. 1100. Вот такие методы. Музыка появилась. На похорону. Да сейчас никуда не пойду я. Нужно воевать. Пацаны, нужно ускориться, потому что если буду так делать, то я не знаю, какое будущее у нас. Я задрал. Он нападает, блин, это чья? Сбываю Стима. Ну как этого чувака столько, блин, войск? Кто не уменьшит, ты чё меня? Какого чёрта, блин? Разработчики. Чё он на меня напал? Чё он, блин? Чё, наглец или шо? Я игре этой ВК поставлю 1 балл, честно, что за фигня? Докажите, как он меня еще убил? Гассета. Россия потратила 104, вон он, да, 103, нормально. Война в новом программе. Эмбара, что такое? Империя наложила торговлю Эмбара на Россию. Че? Не понял. Че это значит? Хитрая, блин, страна, йоу. Все против меня эти, блин, молокосос, блин, не видит ничего, блин, помогите, блин, что же делать? Будете помогать, не? А потом кусок заберете, да? Еще чего? Еще чего, блядь, кусок? Я тебе не кусок, блин. Кусок не хочет забрать. Мой кусок. Я бы хотел 2 балла поставить, вот реально. Ну как такое может быть? Что раз? И тьфу на тебя, да? Сколько не думал, да миллион, миллиард? Да, Турц. Что там хранять? Нормально. Я потом убью. Встречу. Кирты. Фиш. Сейчас стороны. Сколько у него всего войска? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Твою мать! Понимал. На меня займи достал.
Нравится бежать мне, нравится бежать мне, нравится бежать мне, да? Ну. Так где хоть? Сам говоришь. До смерти бой. Что ты там умер, блин, достал? Что еще? Да, праздники, праздники сегодня. А тут на тебе. Чё мне нашу базу? Если будем строить, то у нас будет плюс в том, что он будет какое-то укрытие. Специально так делайте. Называется друзья. Потом вели вам войну всем.